Я вас приветствую, дорогие подписчики и гости моего канала. Готовлю сегодня такое рагу. Вот я обжариваю. Лук с морковкой обжарила. Показала вам. Вот он, морковь с низким луком. И вот здесь вот такие вот кусочки мяса. Это окорочка, обрезанное мясо. Трех окорочков. Еще обжарится сейчас еще мясо. Подготовили картошку, капусту, кабачок. И все это готовится будет вместе. И сейчас обжаривается мясо. Подготовили капусту, вот так начинковала. Поднесем вот кабачок. Небольшой кабачок, грамм на 150. И капусточки тоже грамм 200. Кабачок такими кусочками. И вот такими. Здесь картошка уже готова. Тоже такими вот кусочками, как кабачок. Чуть больше. Вот здесь жарится наше мясо. Морковь и лук. Лук, а не филейте, это всегда очень вкусно. Мясо готово. Ставим картошку. Картошку ставим на плитку. Пусть готовится. Когда будет уже почти готова картофель, мы добавим туда и капусту, и кабачки. И нашу зажарку. А может зажарку. Ну вот вода уже закипает. Вот видите, сколько картошки. Картошки столько, чтобы чуть больше половина кастрюльки. А воды... Она прикрывает немного картошку. Много воды не надо. Вода чуть прикрывает картошку. Ну вот картошка уже наполовину готова. Даже больше, чем наполовину. И бросила сюда капусту и кабачок. И буквально минуты 3... А, сюда же зажарку будем сейчас бросать. Добавила зажарку. Сейчас перемешаю. На этом этапе можно уже и посолить, и поперчить. А когда уже приготовим, и на 5 минут буквально это все и будет готово. И уже при окончании добавить укроп, зелень. Любую зелень, какая у вас есть. Можно петрушка, можно укроп. Ну, пусть сейчас готовится. Ну, вот уже посолено. Лавровый листочек еще добавили. Немного черного перца. Можно паприки, как вам нравится. Любые ваши любимые травы. Ну и в конце, в самом конце, конечно, будет укропчик мелко нарезанный. Ну вот так готовится наше блюдо. Аромат стоит потрясающий. Просто пальчики обрежу. Вот сейчас на этом этапе уже оно как готово. Добавляем туда укроп. Сейчас аромат будет еще более усилен. Укропа не жалеем, так что было вкусненько. Порезали, помельчили. Ну и вот так вот. Спасибо за внимание. Готовьте прекрасное блюдо, очень вкусно. Рекомендую, обязательно готовьте. Всего вам доброго, спасибо за внимание. Спасибо, что заглянули на мой канал. Заходите ко мне. Еще будет много интересных рецептов и блюд. Обязательно приготовьте такое вот чудо. Это очень вкусно. Всем доброго. Пока-пока. До новых встреч.